Меня зовут Марина Буканова. Я бизнес-тренер, директор учебного центра Chamberlain Education и владелец конного клуба Chamberlain. Клуб создавался 7 лет назад для того, чтобы создать место, где другое отношение к лошади. Мы считаем, что нам удалось. Лошади живут в условиях, максимально приближенных к естественным. Наши лошади – это наши партнеры. Когда к нам приходят дети, мы учим их правильному, ответственному отношению к животным. Отношения с лошадью в нашем клубе строятся на уважении и доверии. Взаимное должно быть. Можно построить отношения не только с животными на основе доверия, любви, но и с людьми. Индивидуальные занятия с лошадьми – это скорее путешествие к себе. Рядом с лошадью мы учимся концентрироваться на моменте здесь и сейчас. Мы выходим из зоны комфорта, мы прислушиваемся к самому себе, к своей интуиции, к своему внутреннему ощущению. Лошадь учит нас естественному лидерству, учит воспринимать людей такими, какие они есть. Каждое занятие с лошадью – это новый этап себе. Лошади показывают нас самих, настоящим. Приглашаем вас в наш клуб. Мы вам покажем лошадей такими, какими, возможно, вы никогда не видели.